С просьбой не молчать обратился к московской элите известный блогер и журналист Юрий Дудь. Накануне он получил премию «Человек года» от GQ. И со сцены произнес речь, которая уже набрала сотни тысяч просмотров в интернете. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут выкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Дудь получил премию в номинации «Лицо с экрана» и со сцены обратился к гостям церемонии, а это знаменитости и влиятельные люди Москвы. Журналист в своем обращении также отметил, цитата, «Если ты молчишь, не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой дом, даже если он находится на Рублево-Успенском шоссе». Интервью и документальные фильмы Юрия Дудя набирают миллионы просмотров, и эта речь сегодня стала чуть ли не самой обсуждаемой в стране. Все из-за последних событий в столице. Напомню, многотысячные митинги прошли в Москве в июле, накануне выборов в Мосгордуму. Избирком тогда отказал нескольким независимым кандидатам. Во время протестных акций были задержаны больше 1000 человек.